Джонатан. Извини за неровный почерк. Мои руки дрожат, когда я пишу тебе это письмо. После того, как ты покинул меня, ко мной произошло много странного. Я боялась выходить, даже потому, что поглотнуть свежего воздуха. Везде мне чудился Дракул. Мне казалось, что он вернется. Ты писал, что у меня есть силы для того, чтобы уничтожить эту иллюзию. Но я не могу. Я не выдержала и уплыла на первом же корабле по сливанию. Я чувствовала, что я должна вернуться к замку. У меня не было выбора. Я должна была узнать, что же все-таки случилось со мной. Мне кажется, я останусь тут. Старайся забыть. Forgive me, Mina.